7 игр, каждая такая серия посвящена определенной теме. Тему, которую мы завершили в прошлом году, между сериями делается годовой перерыв, была посвящена проблемам онтологии и онтологизации. Соответственно, новая серия должна быть посвящена проблематике технологии мышления. Поэтому сейчас, вот этот год, я лично нахожусь в процессе организационного проектирования этой серии и, собственно, инициировал данный разговор, в том числе для того, чтобы обсудить вопрос о тематической, возможной тематической программе этой серии игр и об их целевых, установках. То есть, грубо ответить на вопрос, чего мы можем получить к завершению этой серии, если поставить какую-то совместную рабочую задачу. Это я, в общем, такой делаю быстрый процесс.
человека на самом деле нет никакого другого мышления, кроме чужого. Человек детерминирован тем, что он осваивает коммуникации с другими, прежде всего с самыми близкими людьми сначала, потом в ситуациях совместной деятельности. Поэтому мыследеятельность как-то существует вне человека. Утверждая это, мы находимся в авангарде современных нам представлений о мире, рассматривая со всех сторон объект, который был положен нам Георгием Петровичем, со словами «Мир есть мыследеятельность». 273 года назад, в 1737 году, аббат Сен-Пьер заметил принцип неравномерного развития мыслящих коллективов, утверждая, что мы можем представить человечество как бы состоящим из культур разных возрастов, и делает предположение о том, что сам шаг развития, который одна культура прошла за 10 тысяч лет, другая может пройти за 100 лет, задавая гипотезу о том, что процессы мыследеятельности могут быть сжаты во времени и воспроизводимы. В 1961 году Георгий Петрович Игровицкий пишет статью «Технологии мышления», также полагая, что это возможно, и называет метод, которым необходимо идти. Я беру в кавычки «содержательный анализ мышления». Анализ происходит от греческого корня и тоже означает разделение, так же как интеллект. И в общем, в связи с этим абсолютно понятна тема, которую Петр Георгиевич продвигает в течение последних лет, это тема разделения труда, поскольку вся эта тема связана с представлениями о мыследеятельности. И я, в общем, хочу опять-таки вернуться на 3 года назад и сослаться на Адама Смита, которого упоминает Петр Георгиевич, значит, на работу Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Там одна из глав как раз называется «Разделение труда». Он приводит примеры анализа различных деятельностей. Разделение труда на операции показывает, как разделение позволяет создавать эффективные технологии. Ну, соответственно, ну, я в своем докладе берусь утверждать, что понятие технологизации можно взять из работы Адама Смита. На самом деле, конечно, еще в 4 веке до Рождества Христова греческий философ Ксенофонт в жизнеописании персидского царя Кира Керапетии описывал, что в больших городах есть места, где люди зарабатывают на жизнь тем, что делают какие-то части работы по изготовлению обуви. А кто-то другой, кто не выполняет ни одну из этих операций, собирает части обуви вместе. Те, кто так специализируется, делают обувь лучше. Дэвид Юм, шотландский философ, изобретатель, за 40 лет до Адама Смита в 1739 году пишет, что сила одного человека слишком мала, чтобы выполнить любую значительную работу. При сочетании сил наша власть усиливается, в случае раздела занятий способности увеличиваются, при взаимной кооперации мы меньше зависим от судьбы и несчастья. В этих рассуждениях, я вижу, заключаются принципы технологизации процессов мышления, коммуникации и деятельности. Все операции из этих процессов, которые только возможно выделить и протезировать, могут передаваться машинам. Все операции, которые невозможно передать машинам, в эволюции мышления максимально специализируются так, чтобы, как писал Бейли Фитти в 1676 году, большая часть работы могла быть сделана людьми, не имеющими интенсивной подготовки. Что касается технологизации деятельности, а я под этим подразумеваю мышление, коммуникации и деятельности,
операции разнесенные географически. При технологизации максимально сжимаются в одно пространство, а те операции, которые разнесены во времени, собираются в тоннеле. При этом Дэвид Юм писал, что общество, которое предоставляет возможности специализации и участия в разделении труда, взаимной помощи, оказывается выгодным и справедливым. Человеческое общество стихийным образом порождало такие сгустки мыследеятельности, собираясь в сообщество, объединяясь в города, организуясь в предприятия и так далее. История человеческого общества – это история мыследеятельности, сжимающейся и кооперирующейся в одно пространство. Собственная человеческая игра устроена как процесс мышления, коммуникации и деятельности, в которой недостающие специализации или компетенции заменяются условными ролями, а все действие происходит на момент и в одном пространстве. Все, что происходит в игре, развивается по законам мыследеятельности, обеспечивая воспроизводство того, что в игре технологизировалось. Содержательный анализ мышления, о котором пишет Георгий Петрович Чедровицкий, проводился на протяжении десятков столетий философами, мыслителями, практиками, политиками, теоретиками деятельности и классиками управления. В московском методологическом кружке, который в конце 20 века находился в авангарде графических представлений о деятельности, появляется схема мыследеятельности, на которой графически положены операции и метод мышления. Я считаю, что предметом игр должны быть операции, которые вшиты внутрь схемы мыследеятельности, и они должны быть проработаны в серии игр технологии мышления. Тематическую программу игр я бы начал с синхронизации наших собственных представлений о мыследеятельности. На первой игре в групповой работе я бы предложил рассмотреть, как происходит процесс мыследеятельности в истории, обсуждая его на языке СМТ-подхода. Похожую работу проделывали Жак Барбье де Бург, составляя на ленте истории, ну то есть такая карта, как жизненный цикл, о котором говорил Петр Георгиевич, на которой Жак Барбье де Бург в 1753 году положил людей, которых он знал в истории. Ну, порядка 2000 фамилий. Я вообще думаю, что это ну, такое свойство юного мышления видеть вокруг людей. Поэтому Джозеф Пристли, который через 10 лет примерно повторил, ну, можно сказать, то же самое, положил на этот чарт, в эту таблицу, события в истории. То есть он увидел другие объекты, проходящие. Рэндалл Коллинз в 1998 году, в наше время, буквально совсем недавно, на эту ленту истории мышления положил эволюцию интеллектуальных сетей, считая, что мышление проходит по сгусткам кооперации интеллектуалов и проследил эту линию, ну, начиная с Древней Греции. Масштабную реконструкцию истории человечества проделали марксисты. И понятно, как эта модель, которая была выстроена на основании истории деятельности, повлияла на 20 век. Я считаю, что такую работу нам обязательно надо проделать на игре. Для этого необходимо втянуть большое количество энциклопедической информации, которая есть в интернете, на самом деле, из истории, социологии, географии, экономики, антропологии, культурологии и так далее. На мой взгляд, из погружения в эти предметные области могли бы состоять темы дней. Ну, это как предложение. С другой стороны, первая игра могла бы состоять из поочередной фокусировки по
мыслить об этих вещах интеллектуальных сообществ. Первая часть дня могла быть посвящена наполнению карт, вторая часть дня – поиску связей. На вечерних заседаниях обсуждались доклады групп, после которых содержание вечерней коммуникации переносилось на следующий день на карты группы. Я бы считал, что к результатам того, что было сделано на первой игре, необходимо будет возвращаться в течение всего цикла игр, и это будет эмпирический материал, отправная точка для рефлексии мира мыслей деятельности. Это план моего выступления. Значит, так я представляю себе пространство игры, рефлексию, эволюцию мыслей деятельности. Это схема мысли деятельности, которую я использую без воспроизводства. Это, собственно, календарь игр с годами и указанными событиями, которые будут в течение этих лет, я посчитал нужным на это ориентироваться. И тема, которую я бы предложил для цикла игр. Я считаю, что принципиально важно рассмотреть сюжет, связанный с технологиями экспериализации и представлением мысли в языке СМТ-подхода. От первой карты мира до появления программного обеспечения для автоматизации бизнес-процесса. Технологии схематизации, картирования, визуализации интеллигентных объектов. Здесь же интересны рефлексии представления о мышлении, коммуникации деятельности максимально различных языковых картинок мира. Не только внутриевропейские, особенно интересные языки Австралии, например, океане, восточные языки, потому что там будет другая сборка самого понятия мысли деятельности и разделения, по сути дела. Второй сюжет связан с процессами поведения живых существ, и здесь меня интересует предметная дисциплина психология и антропология с коллективным погружением в их современные представления, не связанные с мыследеятельностным подходом. Хотелось бы рассмотреть этот материал с точки зрения СМТ-подхода, и речь нам пойдет о технологиях поведения, рефлексии, порывах свободной воли и так далее. Третий сюжет связан с рефлексией современных нам попыток создать школу и теорию о технологиях организации общества, которые сделали пилористы в конце 19-го, начале 20-го века в предмете scientific management и, по сути дела, марксистами и ленинцами в 20-м веке, то, что получило название дисциплины научный коммунизм. Меня интересует, что из известного нам сегодня из мысли деятельности было известно в начале разработки этих проектов, что не бралось во внимание в ходе реализации и так далее. Четвертый сюжет, он продолжает предыдущий и связан с технологией искусственного оформления и сборки схем мысли деятельности, я бы сказал, на людях. Сюда мы вошли спектакль, театральные постановки, игра, фильм, сценирование, моделирование деятельности, прототипирование деятельности, создание дизайн-проектов деятельности. И то, что нам даст работа с картой эволюции мысли деятельности, представление о городе как схема мысли деятельности, творимая в реальном пространстве природы и человеческих встреч. Здесь же нужно будет обсуждать мыслящие коллективы, род, город, нация, страна, комплекс, органицизм по Богданову, этногенез и другие генезы, проекты городов, мировые best practice, тексторику и так далее. Я также думаю, что такую работу невозможно проделать без коллективной рефлексии современных представлений о культурной, социальной, экономической и региональной географии. По сути дела, тема 2015-2017 года, с моей точки зрения, должна
или объект наших исследований и мыследеятельности, хотелось бы, чтобы деятельность в этом во всем присутствовала и появился пилотный проект или пилотные проекты в сообществе, реализуемые силами сообщества. Проекты, появившиеся в результате этой работы в течение 2014-2017 года. Затем, как в любой деятельности, в 2019 году должен быть пилотный проект, и в 2020 возможная реализация. Собственно, я закончу. Спасибо. Спасибо. А можно мне все-таки пояснить? А нельзя сразу начать с прототипа? Но тогда у меня, естественно, возникает вопрос, а какую технологию мышления он бы устроил? Есть версии ответа на этот вопрос? Я думаю, что нельзя начать с прототипа, потому что если вот вы приводили там, где-то минут 30 назад пример работы со строительством атомной станции. То есть сначала надо положить что-то на лист бумаги, представление какое-то общее. После того, как мы положим какое-то общее представление о том, что мы собираемся строить, это нужно отрефлексировать, можно сделать прототип. Ну вот, смотрите, в принципе, конечно. Вы, наверное, знаете, что я про разделение труда люблю говорить на примере Форда. Значит, когда Форд начал свои первые эксперименты с двигателями, он собирался озолотить своего отца и других таких же, как его отец, фермеров, тракторов. Кстати, слово
все поставщики Форда подстраивались под Форда, потому что он знал, что нужен автомобиль, который стоит не больше, чем 400 долларов. Вот это была цель и задача. А все остальные подстраивались. Я считаю, и здесь точно так же. А можно вопрос? Да. Этих докладчиков.
поскольку с ним постоянно сталкиваюсь и спрашиваю, так сказать, тех, кто использует на Западе эту технологию, собственно, с какой стати и когда она родилась, хотя сам ее жутко не любил, ну, за отсутствие как раз вот этой критической позиции. Объяснение было достаточно простым. Они говорят, например, следующее. Новая сфера деятельности, маркетинг, реклама и так далее, возникала. Профессоров в этой сфере, то есть истины в этой сфере не было. Никто не мог прийти и сказать, делай так. Поэтому они были вынуждены в ситуации искать новые идеи не как обычно их ищут, поставили задачу институту, он исследовал, принес новые знания, а используя вот такую ситуацию, поскольку ее надо было оперативно очень делать, быстро и так далее. Был бешеный спрос, почему Вера Леонидовна здесь указывала на это, почему реклама и маркетинг. Потому что там очень быстрый спрос на производство нового знания, резкий. Существующая машина по производству знаний не могла удовлетворить этот запрос тогда. А про визуализацию тоже технический пример, идея потока. Как только базовые индустрии переходили на идею потока, ну то есть непрерывности процесса производства, у них сразу встал вопрос сменности такого элемента, как человек. Потому что человек очень долго осваивает вхождение в новую деятельность, а поток должен быть непрерывным. Они решали задачу скорости вхождения человека в новую деятельность. Убрали инструкции на языках и стали клеить на станки картинки, которые позволяли быстро встраиваться в деятельность, осваивать процедуры операции и даже выполнять простейшие процедуры операции. То есть базовый процесс, который востребует эту технологию мышления. Да, идея понятна. Ну, я говорю то же самое, только немножко с другими примерами. Я думаю, что это востребованные технологии нового типа профессионализма, с одной стороны, не зависящего от существующей формы возникновения труда, а ибо от существующих помех. С другой стороны, особо замкнутые на проекты и программы новых форм возникновения труда. Я ничего не понял. Мне надо, я тупой, мне надо говорить битым словом. Как называется технология? Ну и на чем она может быть построена? Не надо мне рассказывать сложные истории про то, как понимали мышление в истории культуры. Потому что меня это интересует, но в другом пространстве. Да? Когда я занимаюсь историческими исследованиями и пишу по этому поводу работы. Читателей у такого рода работы двое. Точно. А? Да у меня есть приятель, я ему все даю читать, что пишу. Первый сам. Сам, конечно, естественно. Я первый, он второй. Мне кажется, он не как раз был таким типом профессионализма, он не замкнутым, он зависит от существующей формы труда. Ты не наш партнер. Ты давай ищи. Ищи профессионализм, не замкнутый. Вот. Это полезное дело. Но с моей точки зрения эта технология действительно должна учитывать складывающуюся ситуацию. А она, как бы мы к этому ни относились, идет по пути все больше и большего дробления и специализации деятельности. И достижения в этих дробных кусочках высочайшего уровня квалификации. Иначе мы просто не нужны. Совсем не нужны. А поскольку денег на него мало, то вы не нужны даже как исследователи этого процесса. Ну или каких-то нибудь. А. Да. У вас предложение? Позволите мне оттолкнуться от метафоры следующей. Поле, которое сперва планировал счастливее своего отца. Потом перешел к такой прагматической постановке, что может автомобиль за сколько-то долларов. Значит, мне кажется, что один из параметров того продукта должно быть, что он должен быть освоен военно дистанционно за какое-то количество времени. Возможно. Только экономист. А если но вы поймите, сколько вы не намечаете его преимуществ и функций, от этого содержания не появится. Это не преимущество, это условие. Ну еще раз, но это... Если он будет отличный, но он будет осваиваться годами, он никому не нужен. Я с вами согласен,
джентльменский набор, от этого содержания, то есть ставка, не появится. По сути, значит, цель, учитывая необходимость lifelong learning, то есть постоянного переосмысления, это должен быть инструмент для вот этого самого lifelong learning, вне зависимости от предмета. Спасибо. Коллеги, кто-то хочет еще что-то сказать? Да, пожалуйста. Я, кажется, автор сам сказал и сделал намек, но как-то он проскочил. По-моему, мы говорили про пространство, и говорили, но говорили про время, что и время, может, даже временной компонент более важно. Вы, в принципе, сказали вот о чем. Сукцессивная симультанность. Мышление как сукцессивная симультанность. То есть я удерживаю одновременность и последовательность. Вот это дробление во времени. Удержать в едином образе. Ваш человек тогда для другого поставил на мяч. Спасибо. Еще кто хочет что-то сказать? Я хочу сказать, что... Только в микрофон. Микрофон, а что не слышно? Нет. Экран, микрофон не работает. А вы надо его вот так же работать. Почему себе вот так, да? Да. Значит,